Пригородные электрички снова подорожают, а количество маршрутов сократится. Изменения вступят в силу с 1 апреля. Соответствующий приказ издал региональный департамент энергетики и регулирования тарифов. Новая стоимость проезда по одной зоне составит 20 рублей вместо нынешних 16. Соответственно, билет на пригородный поезд, к примеру, от вокзала Ярославль-Главный до Данилова, это 8 железнодорожных зон, будет стоить 160 рублей вместо 128. От станции Ярославль-Московский до Ростова-Ярославского 120 рублей против сегодняшних 96. Прежним останется так называемый детский тариф полцены для ребенка от 5 до 7 лет. Оставит и 50% скидку студентам и школьникам. Изменения затронут также графики некоторых пригородных электричек.